Тимати, остановись. Прекрати отбирать мою аудиторию. Ко мне никто не ходит из-за него. Знаете, я не дурак. Я когда выходил на российский рынок, я понимал, что есть я, а есть он. Стас Михайлов, и он недосягаем, и невозможно гнаться за ним. И я сказал себе: «Стинг, ну твори свою музыку, может, русским она понравится? Вдруг?» Возможно, на российском рынке Дима Маликов и Филипп Киркоров меня сделали, но я считаю, я тоже неплохо пою и имею право на свою часть аудитории. А вы знаете, я вдохновляюсь творчеством Леонида Агутина. Пусть кто-то скажет плагиат, ну а что такого-то? Да мне и не зазорно. Я скажу, Игорь крутой. Он в самую душу попадает своими песнями. Признаться честно, сам я так не умею. Спасибо, True Colors ставит меня иногда. Я понимаю, что да, нее, да, ну... Да, Аллы Пугачевой я не дотягиваю, но спасибо, True Colors дают нам всем шанс, да. Моих песен на True Colors нет. Вот эти все там есть, а меня нет, видите ли. Хотя я пою лучше. Но думаю, там все проплачено. В России тех, кто знает толк в маркетинге, кресты там сжигают или в церкви танцуют, их сажают. Так что в России мне бояться нечего. Конкуренции нет.